Ну что ж. Ладно, ребят, погнали дальше. Проходить персону еще 14 дней до того, как мы должны закончить данж. И сегодня мы пойдем тусить с Утабой. А потом пойдем уже займемся данжем. О, Валера, да, здорово. Погнали. Ты, Боя, зачем ты будешь плакать? Так, персона есть, норм. Так, чем займемся сегодня с Утабой? А, ну овощи возьмем уже в понедельник, ну по игровому. Сейчас их нельзя взять. Итак, следующее обесещание. Прикоснуться к культуре моего поколения. Так, дальше надо попытаться поговорить нормально, естественно, с кем-нибудь моего возраста или типа того. Ну, я могу это сделать, например, с тобой. Не, ну со мной это читерство будет, типа того. Сейчас, секунду. Ну, Blood Rage, откуда еще можно знать язык? Упорно изучая его, уча его и так далее. Называй как хочешь. Так. И то. Так, место, где бы... Надо пойти потусить, короче, вместе, где обычно бы потусили молодежь моего поколения, скажем так. Хорошо, вперед. Буду пана боевого духа. Эй, вы двое. Кажется, у вас здесь не очень хорошие отношения между собой. Ну, это хорошо. Пожалуйста, будьте осторожны. Он на что-то намекает? Так, а тут... Короче, семейный ресторан. Так, значит, это является, можно сказать, один из примеров, где люди моего возраста могут тусить. Так, выпивка у барной стойки. Что еще бывает, да? Оу, Монти! Че, серьезно, у тебя есть девушка, что ли? Ты его знаешь? Одноклассник. Сюда. Вот. Поговорить нормально с кем-нибудь моего возраста. Я могу попытаться поговорить с этим парнем. Поговорить о чем? Что? Я на самом деле... Окей, используем еще мобиль. Да и рано еще туда, 15 лет. Мне просто нужно говорить обычно, естественно. То есть ты типа хочешь со мной поговорить, да? Ну, в таком случае я тебе помогу. Ничего не поделаешь, да? Замечательно, такой добрый. Сакура Футаба меня зовут. Запомни. А, да. А я Мишима.
Грей нет, он не знает ее. Он впервые, кстати, ее сейчас встречает, по-моему. Я не помню, если они еще встречались. По-моему, нет. В школе, ну, было так себе. Надеюсь, сегодня все пройдет замечательно. Надеюсь, ты мне поможешь в критический момент. Ты же мне придешь, верно? Короче, в любое время. Правда? Хорошо, замечательно. Буду ждать, если что. На руками что так рано? Фи, слабак. Давай, пока. Но если даже ты говоришь с кем-то своего же возраста, своего же поколения, свое поколение в неизвестном месте, чего они несут? Да. Ну, хорошо. О чем же можно поговорить? Надеюсь, это подойдет. Телек или в интернете? Интернет ты смотришь, точнее, смотришь ли ты телек, тусишь ли ты в сети? В сети? Всегда. Ну, это и мое, скажем так, поле, место, которое я являюсь экспертом. Какие стены, сайты больше тебе нравятся? Я, например, комментирую, хотя даже не стены сайт, но стены форумов, или как их назвать, что-то типа Reddit и так далее. Я, например, комментирую и так далее на разных. А что насчет доставки, надо заказывать и так далее? Ребят, те, кто смотрит запись. Те, кто смотрит запись, отнеситесь с пониманием к тому, что я стримлю уже тут шестой час без перерывных текстов и иногда халтурю. Раз, два, три, вроде бы я вернулся в сети. У вас все работает? Я сейчас теперь запущу. Это у меня отрубилась сеть. На секунду. Слушай, а как насчет, ну, Кивадемону Channel, какой-то канал, сайт Кивадемону.
довольно вдохновляющий, что ли, интересное местечко. Типа того. Какой-то... Я реально не понимаю, о чем они говорят. Они обсуждают какую-то интернет-хрень. Да, я слышал об этом Туфи. Вообще пытаюсь узнать, что это значит. Словарики. Хотя я сомневаюсь, что такое слово там вообще есть. Туф. А, тьфу ты. Что, серьезно? Туфа означает, походу, тофу. Просто это сленговое название, типа того. Blow Dredge, в смысле, я что-то не понимаю, что это. Слишком старые. Они разговаривают про какой-то сайт заказа чего-то на дом. И, как я понял, они начали говорить про какой-то сайт заказов с еды, типа того, на дом. И, собственно, там, типа, что-то с тофу связано. Какая-то вкусная хрень. Наверное. А, ты про это, да, вкусная хрень. Сука. Да, так и знала. Когда я закрываю свои глаза, я прямо могу без проблем представить, как оно выглядит. Знаете, в сюжетной линии Футаба реально очень много слов. Посредственность за труд. Заурядный человек. Бездарный человек. Интересное слово. Что не то, что может вспомнить, а не может вспомнить. Так же... Мишима, моба, мобу... Типа того. Что такое мобу? Нифига не понятно. Да, ребят, я не могу их понять. Ну, хоть тупейся. Специальные сайты, где можно разузнать про всякое разное. С иероглифом, например, Библия очень хорошая вещь, которую я сейчас использую. Но тут как-то реально что-то своя тема непонятная. Окей, они поговорили насчет этого говна. Так. У меня такое чувство, что я поднялась уровнем в какой-то дондо. Дондо. Знакомый.
Все благодаря тому, что Валера, ты привез меня в этот семейный ресторан. Грей, ну нет, с этим сложнее. Не все, но иногда, да. Вот сейчас ты... В любом случае, Футаба тян. Надеюсь, все хорошо. По какой-то причине я не чувствую никакого... никаких проблем разговаривать с тобой, что... Наверное, это потому что... Не, все нормально. Да, конечно. Ладно, погнали. Окей. Это было довольно жестко. И трудно. Очень трудно. О, Каэн-така. Сатэто. Чего вот у него такой унылый вид? Ну, потому что он Тлен-кун. Вот так его назвать. Так. Знаете, чем я займусь сегодня вечером? Пытаюсь уж сочеру для разнообразия. Има-има-ка. Ну, в следующий раз будет, надеюсь. Окей. Аригато, не? Хорошо, пора за овощами. Даже 5 СП, но все равно я буду спать за эти штуки. Дальше. Где там еще были? Еще один автомат был в Акихабаре. Один помидорчик? Ара! Только один? Я думал там, не знаю, штук 6-10, да тут. Только один дали.
13 числа. Пошли уже. Yes. Все, ребят, go в данж. Go в данж. Не, ну как. Один только. Какой костюм нужно переодеть? Ну что ж, ребят, вперед. Заждались. Вперед тусить, да, вперед тусить в казино. Зайчка заждалась. Блин, какой же охрененный лос тут играет. Подняться по лифту, это единственный путь. Да, но чтобы подняться, нам нужна members card, членская карта этих слот клуба. Да, но где такой-то вообще можно найти? Я понять не имею, куда идти. Ну. Короче, предлагает пойти в главном холле, возможно, там что-нибудь, возможно, найти. А, в главном холле тут мы ничего не узнаем. Думаю, сперва нам нужно пойти попробовать бэк-ярд, задний двор. Задний двор. Ну да, возможно, где-то тут есть вот вход туда, но зачем нам туда? Пошли туда, я объясню позже. Знаете, что там подозрительно? Кстати, звук нормальный, слишком громко летит. Блин, как же это красиво, да? Я стал тихо говорить, потому что уже ночь творит, народ спит. Наверное, стоит сделать игру немного потише. Сделал 80. Надеюсь, теперь нормально меня слышно. Ух ты ж! Пора пофармить, ребят. Какие слабости у них может быть? Святая сила. Вот она. Тима. Сакар, ты молодец. Мате, подожди. Эй, чё ты хочешь делать? Мексикана. Кто хотел геймплея? Какой же ты выпендрёжник всё-таки. Саде. Ёйю
正体を見せろ。それしまって、チャンスだ。こっちめろ。注意して、呪音属性はダメよ。格の違いを見せてやる。ロビンフッド。クロー、偽の下を味わえ。イコロセ、ロビンフット。クロー、いい感じだな。この瞬間を待っていた。イジュ。総攻撃。それが敗北の味だ。よし。Прокачка для персоны. О, кстати, вон там дверь, куда нам нужно идти. Но перед этим я тут сейф-ру, походу, не... Да. Не использовал. Окей. Сейвимся. Сколько у нас? 160? Нет, почти. Йоси. No time to wait, это не Мементос. Так. Так, тут походу задний двор, задняя комната. Окей. Тут, походу, бэк-ярд. Ладно, буду использовать английское слово, которое там написано, катаканы. Так, давайте осмотримся тут. Возможно, тут мы найдем что-нибудь. Что-то... что? Точно, возможно, тут где-то есть терминал с клиентскими данными, типа того. Я рад, что ты очень быстро все схватываешь на лету прям. Поняла, короче. Если бы даже я смог найти этот терминал в одиночку, сделать с ним, к сожалению, навыков мне не хватало бы. Что-нибудь сделать с ним, короче. Хорошо, настало мое время. Окей, Футава, настало твое время. Да-да, Пи-бой, это все, мы наконец-то пошли в данж по сюжету. Подобно фильмы для взрослых. Чё ты смотришь? Ух ты ж! Прячемся в тени. Вперед! О, дуал шок 4 состав. О, какие люди. Блэкфелд, и что? Не, мне бы оригинал пройти. Так, что у нас тут? Ага, огонь. Мне нужна Ан. Да, я хочу Ан все-таки. Я могу ГГ, конечно, ходить, но... Но не хочу. Ой, блин, срань. Блок. Еще раз. Блин, хороший у него сиськи. Оу, 45-й Ан, Хару, Футаба. Саде. Yes.
戦闘終了。行きましょう。Так и знал, что тут что-то есть. А, там звезды. Сократ, да почему? Да нет, нормально, ничего сказать. И проверим эту комнату тогда. Отлутаем все, что можем. Это само собой. Деньги-то и лишние. Лишние никогда не бывают. Блин, смотрите, как тут фишки. О, господи. Сколько это сколько денег тут, да? Ух! Ух ты ж, блин. 44-й выдал. Нет. Конечно, слабость может быть в этой паре. Ай, больно. Думаешь, лёд? Попробуем. Нет. Сократ как раз попробовал. Минна, уцкаре-сан-да. Да, похоже, у нее нету. Как нам уже сказали. Сэнтоу сюрио, не? Соре-за, икимашоу-ка. Итак, что у нас тут? Ничего. У, сундук. Аксессуарчик. Ничего. Что это за хрень хотя бы? Ради интереса. Там выглядит реально как огромное богатое казино, то тут какой-то притон. Прямо вижу, как наркоманов чатика сейчас тут встреча. Что у тебя было? Мне нужна Эйха, она лучше работает.
ないやといや。エルズエンジェル。くらえ。あのプリボーもらう。いいタクシー出てる。ワンショットロス。Уж сокровище, вижу, 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 вижу. Там, там надо зайти обязательно. Так, и тут больше ничего. Окей. Ух ты ж! Ну да, реально очень вовремя. Хорош. Додай, сгой скилл дару. Угол. Саде. Тему для разнообразия. Персона 1 возьмем. Да, все-таки. Еще тут прикид получше. О! Ой, нет, это без отмычек пока что были. Обычные сундуки, там ничего стоящего. Ярко. Хотя этот аксессуар, как там видел, там против огня. Плохо, но все же. Кстати, его Юске отдавать можно. Опа. Смотрите, мы не пошли в лоб, а пошли сзади. Так, да, вперед. Блин, да. Хороший остров первый в Соне. Я во всех персонах офигенный остров. Живы еще? Ай, горит! И горит!
Понял, не знаю точно, босса. Ммм, 1500 почти. О, какой-то ключ мы получили. 46-й, круто. Сейчас мы узнаем, что это за ключ был. Security key. Mm-hmm. Он что-то обронил. Это security key. Повезло. Теперь мы сможем открыть двери, в которые раньше не могли зайти. Типа того. Окей, погнали. Круто. Правда, мне вроде бы не попадались такие двери. О, там двое ублюдков. Так. Джокер, смотри. Походу наши парни. Окей. Вперед, завалим их. Вперед. Блин, забыл! Я постоянно забываю хилиться. Среднее количество восстанавливает. Но, по-моему, больше у меня и нету. Бах на атаку. Ай, да почему вы меня бьете? Проснись. Опа. А у нее нет слабостей. Нет, не работает. Отстой. さないかも。この。奪い。サボった。いや、ダメだ。いや、ダメだ。ちょっと躊躇してます。完成。ガスかね。はっ。
тебя никто не спасет больше. Шестой для Макото. Круто! Окей, теперь можно пойти дальше. Так, не верну я оригинальные костюмы, чтобы атмосферу сохранить правильно. Заперто! Другой путь пытаться убить. Так, что это там внутри? Как же мне туда попасть? А, точно. О, я пропустил. Так, попробую использовать ключ-карту. Открылась. Хорошо, молодец, Джокер. Окей. Ух, а вот и комната, так охранная. Да, я готов. Вперед. А нет, все, готов. Ой, блин, это что за королевский слон? О, дьявол задница. Атаки всем. Гранейшн. Так, ослабить. Вот оно. Атаку, на всякий случай. Ах ты ж ублюдок! Ты, я тебя парку карту затерял. Забавно у него атака, кстати. О. Members card. Членскую карту мы получили. Ёщ. Короче, полностью, походу, восстанавливает ХП при воскрешении. Что-то типа этого. Эй, а у этого была карта с ним. У этого врага. Эй, а разве это не та карта, что мы искали как раз? Да, это она. Однако на ней нету имени. Похоже, она не зарегистрирована. Такую мы не сможем использовать.
оставьте это на меня, Бугага. Хорошо. Ну, типа, я смогла ее зарегистрировать. Так. Она зарегистрирована на имя Танака Тору. Танака Тору. Знакомый. Эй, а разве не все слишком легко прошло? Проблем у нас не будет, надеюсь. Но учитывая, как мы выглядим, по-любому все уже знают о нашем присутствии тут. Поэтому по-любому нужно быть осторожным, короче. А, она была. Окей, ладно. Еще одну. Накамацу Шинджи. Ты где? Окей, я еще карту нашла в казино. Я дам карту и... И карту, блин. Карту и карту получается на русском. Замечательно. Джокеру. Не потеряй ее. Хорошо. А что нам делать со второй картой-то? Эй, Кроу, найти мусорку и выброси ее. Она, наверное, мне нужна. Эй, почему я? Потому что ты новичок и должен помогать. Ладно. Знаете, подозрительно. Так, тут выход, похоже. Пойдем повсюду, что ли? Сейчас, кстати, мы уже и можем использовать лифт, верно? Да, но судя по карте, если мы пойдем вот по этому пути и дальше вперед, то доберемся быстрее до основного боя. Давайте поспешим. Я что-то недопонял. Ну окей, странно. Вернемся к лифту, вернемся. Тот клиент портит все, нужно его вышвырнуть вон. Так, 48-й, 92-й, позвольте им выиграть. И потом страдают от жесткой потери сразу же. Проигрыша. Похоже, тут они наблюдают за казино. Нам лучше уйти отсюда, пока нас не заметили. Похоже, и в этом казино не все так чисто. Отсюда происходят все махинации. Thank you.
これで負けたら承知しないからな。ごつめお願い。奪え。パンダの中止を。こうで。力不足で。敵の攻撃が来るわよ。体力を回復して。Так, добираемся до пола и закончим. Все. Заканчивать. Ой! А, мне спасло сажаться только что. Меня чуть не убили. この技じゃない。戦力はゴムね。油断は禁物よ。戦力はゴムね。油断は禁物よ。まだ生きてる。でかいのは天才。それ。デルタ。ボールを回す。もうしっかり狙え。ここはフェー。 Окей, сдаешься? Стай мои силы. Хорошо. Персона получена. Суицину гетто ва хажимете да на, Джока. Йоши. Тут мы и остановимся и уже продолжим на следующей неделе.